Здравствуйте всем посетителям моего канала. Я сейчас хочу попробовать такой каст записать. Это в прямом эфире, так скажем. Игра. Нашел игру и сразу же попробую ее комментировать и играть. Попались на какой-то фандеры. На Tidehunter. Всем здравствуйте. Не забудьте подписаться на канал. Поставить лайкосик. Так. Что-то у меня, кстати, мышка глючит у меня. За экран она уезжает на второй экран, все будет нормально. Так, ну что, мы будем играть с Архимагом на этой карте. И смотреть, что он будет делать. Большая вероятность на этой карте Лича первым героем, но поскольку мы играем против Трава, этот игрок иногда бывает играет всякой нестандартной темы вроде Дредлорда первым. Поэтому играть им не очень выгодно. Против Дредлорда это не самый лучший выбор. Поэтому все же сыграем Архимагом первым по стандарту. На этой карте Архимаг себя хорошо показывает. Первые две точки могут дать те же самые когти. С ними будем наяривать. Отправляем первого футмена на разведку. Посмотреть, какой герой будет. И опять же, соответственно, куда он будет двигаться. Это важно. И будем крепить первую оранжевую точку. Сразу видим разведку от него. Первую оранжевую точку с четырьмя ополченцами будем забирать. Это по стандарту, чтобы на следующий тоже 4 было. Здесь достаточно. Так, и смотрите, да, я, видите, не угадал. Делает криплорда и бежит сразу на красную крепить. Тут есть такая возможность пойти его подпушить. Уж больно он плотную точку берет. А нет, не берет сразу, ну, окей. Тогда идем ставить свой экспан. Контролем. Убили там Акалита. Выиграем время футменом. И, наверное, сразу побежим с Архимагом. Выпали, к сожалению, нам два кольца. Здесь ставим еще ферму. Пытаемся что-то добить. А, близко было. И уводим этого футмена битого. Пытаемся здесь еще как-то поднапрячь, хочет он не окружить героя под МПЛом. Так, и он не докрепился здесь хорошо. Так, прибегают у него здесь бурдалаки. Придется отступить. Ой, как бурдалаки здесь залетели, это неприятно. Убили меня тут почти всех рабочих уже. Но он не может здесь докрепиться. Это важно. Здесь отменять. Химагом все же вернемся. Мы не даем ему никак экспан поставить. Вот тоже мы потерпели сильно. Пытаемся футмена спасти.
И у нас третий левел. Рабочего, к сожалению, потеряли. Оставим здесь этих двух футменов. Там очень битая черепашка. Он почти достроился. И, как видим, он здесь пытается докрепить черепаху. О, добиваем. И там, естественно, он забирает, но тут самое главное, что мы добили экспу. И он, естественно, получил опыт и третий уровень. Да, видите, опять пришел. Здесь два футмена не справляются, поэтому бежим на подмогу к нему. Так, гулю здесь подрезали. И здесь надо, чтобы вышка достроилась, и все хорошо. Здесь у нас все хорошо. Сейчас бежим, смотрим, не стоит ли он экспан. Скорее всего, у него там Т2 был заказан. Ставим здесь вышку. Бежим сюда, но вот этих футменов все равно здесь оставляем. Потому что может опять сейчас подойти. Нет, там Т2, там какая-то крезюка делается. Поэтому не забываем вышки ставить. Здесь уже ДК крепится. Слушайте, 2 слотерхауса будут. Масса урдалаки. Ой, масса эти. Мы дестройеры, поэтому я сразу 2 воркшопа поставим на Т2 без Т3. Убиваем сами. Да, уже слушай лич. Как он быстро сделал. Ручки строим. Под нерубкой, конечно. Пришлось отдать мэна. Ну, максимально сколько можем, замедляем его. Сейчас уже скоро под пуш пойдет от него. Так, он наш койл кинул, да? Так, вот мэна нам больше не нужны. Ну и сейчас просто надо 2 воркшопа заказать. Сразу как только Т2 заканчивается. Потому что сразу он будет дестройерами пушить тут сильно. МК тоже заказываем. Видите, уже дестройер готов. Ну, сразу верту заказываем, даже без грейда. Тут уже из того, что он не сможет прям намасить, нам нужен именно, чтобы у нас верты просто были.
пока без всего, поэтому прикольно, да? Даже лича. Не тыкаем. Можно еще 3 заказать. Здесь у нас вертолетики справились с твоей задачей. Просто отгоняем, даем еще сапоги кольцом одним. Здесь, конечно, убивает. Тут вопрос такой, если ставит ли он пытается экспанс свой. Смотрим. Блин, вот люблю, когда вертолетики проезжающие кто-то дамажит. Да, ставит он экспан. Мне показалось, что он прям валу не хотел пройти. Ну, не страшно. Research complete. Так, пытается у меня тут отрезать, смотрите. Крипол согрел. Нам надо дождаться Т3, чтобы могли как-то сражаться. Мы здесь не будем, естественно, ничего делать. Сейчас дождемся Т3. У нас денег много. Закажем 2 танчика. Рисковать сейчас нет смысла. Что ж такое-то с этими крипами? А, он, это он там их согрел. Ну, ладно. Я думал, это они меня через стенку начали открывать. Немножко по фермам мы тут забыли. Фермочки забилдим. Заказываем 2 танчика. Здесь без армии тяжеловато крепится, конечно. Он там мою точку забирает. Ой, о, вот это неприятно. Почти он меня взорвал, кстати, этот. Так, а мы еще там люди же выпали, да? Классно. Возвращаем вертолету. Кажется, запустить моего паладина, он здесь стал. Это 2 иллюзии, да, у нас? Что там заказываем? У нас хорошие грейды. Паладин лечится нормально. Хочется еще один экспанд поставить, но сейчас проблема такая, что у меня... Проблема такая, что с лесом есть небольшие проблемчики.
Придется отойти. Открыл у нас две катапульты, тогда танки отменим. А танки уже поехали, да? Принимаем. Забыл, кстати, грейд сделать на этот, на переманивание. ТП уйти. Так, здесь экспан, кстати, вот я про что говорил, что с лесом проблемки. Не могу экспан нормально заказать. Так, ой, а, паладин, я уж не думал, что застрял. Так, и танков у нас... А вот куда они пошли, ребята? Вы куда, блин? Так, ну что? Внимание у меня пошло где-то. Масс переманивания. Открываем банку маны здесь. Неумирающий какой-то лич. Один здесь. И GG. Спелбрекеры вовремя перекладывали порчу. Скорость атаки бесячая. Он готов. Ну, немножко я как бы пропустил момент, когда вот здесь он экспант вроде как собирался ставить, но при этом он нажал Т2 очень рано. То есть он очень рано понял, что он экспант не собирается ставить. Из-за этого мне здесь немножко рабочих поубивали. Но в целом... В целом вот так вот. Вот такая игра была. Спасибо за просмотр. Вот если вам понравилось, обязательно подпишись на канал, поставь лайкосик, напиши комментарий, порекомендуй это видео своим знакомым, друзьям. Вот. Вот такой формат был. Ну, формат такой, это такой старый, забытый формат, когда я еще только начинал стримить и старался комментировать все свои действия. Сейчас это не приоритет. Но для ютубчика разовая такая тема можно. Все, всем спасибо. До новых встреч.